Привет, зритель! Чёрт знает, какой по счету обзор на сегодня. И он будет посвящен моему парфюму. И он будет даже, ты, наверное, уже привык, что парфюм вот такой. Отдельно будет снова вот такой. Я долго думала, что я хочу. Вот весь февраль практически я пользовалась подарком от кого-то из вас. И Фрошен вчера узнала, или позавчера, короче, недавно узнала, в группе Арика, обзорной и необзорной, еще какой-то флудильной, что это лимитка, оказывается, выпущена в 2014 году. Короче, лимитированная коллекция «Карамельное яблоко», «Туалетная вода», «Карамельное яблоко». Я думаю, «Карамельное яблоко», «Карамельная груша» была в 2014 году, это, значит, позже вышло. Я почему-то подумала, что это «Карамельная груша», а это «Карамельное яблоко». Ну, просто это «Карамельное яблоко». Для меня пахнет, как карамельная груша. Так вот, я его использую. Тут целых 100 мл. И, видимо, он будет использоваться в марте. Вкусная штука вообще. Выливаю на себя, как и целое ведро. А еще сегодня, вот исключительно сегодня, ну, иногда пару раз за февраль тоже было. Это я когда-то сама покупала, мне такую кто-то из вас дарил, кто-то у меня из родни такую же отжимал, потому что приехали, сказали, у нас тут нет ни подарка нашей какой-то родственницы, а у тебя духов дофига, да, я? Все равно стоит, жрать не просит, думаю, ну ладно, хрен с вами. Хотя мое было такое, ну вообще-то мои любимые духи, да у тебя много любимых духов, ну короче, в общем, отжали, ладно. Несколько нот любви, Eau de Parfum и Фраше. Такой зимний, теплый, классный аромат. Летом можно тоже, но иногда удушающий. Ну, в общем, короче, очень классный аромат. Сегодня на себя им попрыскалась. Причем нет бы вот просто, как обычно, вот за ушко, там на шевелюрку, еще куда-то. Я на голову так раз пять. И на руку так пшик-пшик-пшик. Потом думаю, блин, я же еще это вдыхать, не только на улице быть, еще и дома. Потом понимаю уже минут через 15, что как-то я переборщила. Но ничего, нормально, все хорошо. Вот он уже не так супер интенсивно пахнет. И на руке я его уже не чую. В общем, для меня оно изначально пахло как каким-то переливами других парфюмов, которые уже были у Фраше. Такие сладенькое и цветочное что-то. И вот сейчас вот я прискала, оно какое-то даже тоненькое. Такое... свежо-тоненькая. Если кто-то помнит пирамидки, то дайте знать в комменты, потому что что-то я как-то забыла. Ну, короче, в общем, оба и Фраше. Не знаю, есть она еще в продаже или нет. Возможно, обе снятости, потому что это-то точно снятость. Даже Plaisir Natura-то уже какая-то, не знаю, есть у Фраше сейчас эта серия Plaisir Natura или нет. В общем, короче, вот эти штучки у меня будут юзаться на март. Может быть, конечно, в итоге я все равно буду юзать только эту, но пока вот оно заявлено так. Если вы что-то подобное используете, или у вас на март, допустим, какие-то особые ароматы, я понимаю, что у меня в полке там еще дофига всяких ароматов, вами даренных, мною купленных, но что-то вот я как-то сунула руку, открыла, точнее, сегодня в шкаф смотрю, там оно на меня так смотрит, говорит, приснись, малой, и не смотри на других. И дальше рука так и не залезла. Короче, хотите поддержать канал, я вам скажу спасибо, где-то будет тут облачко. Не хотите поддержать, можете этого не делать, ну и что это, как бы... Люди, я так жрать хочу. Сейчас пойду снимать Монблан. Короче, пока.